Установите защитный кожух на штангу триммера при помощи болтов и гайки с комплекта. Затяните крепеж ключом из комплекта. Соедините штангу с корпусом двигателя и надежно зафиксируйте болтами из комплекта. Затяните крепеж. Возьмите и соедините кронштейн крепления рукояток. Установите пружину. Установите правую и левую рукоятки в кронштейн и надежно затяните соединение винтом. Притяните кронштейн крепления рукояток к корпусу соединительным винтом. Открутите гайку крепления со ступицы. Для установки ножа снимите чашку и прижимную шайбу с вала, оставив ступицу. Установите режущий диск на ступицу. Убедитесь, что режущий нож правильно центрирован и лежит на проточке ступицы. Установите на вал прижимную шайбу и затем чашку крепления. Затяните гайку ключом из комплекта. Для крепления катушки с леской снимите чашку с вала, оставив ступицу. Удерживая ключ или отвертку, закрутите катушку с леской против часовой стрелки до упора. Для приготовления топливной смеси рекомендуется использовать фирменное моторное масло для двухтактных двигателей Hütter 2T в соотношении масла-бензин 1 к 40. Залейте топливную смесь в бак. Нажмите несколько раз на праймер подкачки до появления топливной смеси в праймере. Установите переключатель воздушной заслонки в положение «Закрыто». Включите зажигание. Потяните за ручку стартера до первого ощутимого упора. Затем потяните с достаточным усилием до первого запуска двигателя. Переведите рычаг воздушной заслонки в положение «Открыто». Триммер готов к эксплуатации.